будем снимать скотч. За хороший скотч. У меня здесь обои будут, здесь вот стык карандаша видно, чуть-чуть сюда обои зайдут, ничего страшного не будет. Тут багетик надо подработать будет, но у меня это все равно проявочный слой краски, что я не переживаю. Лепота. Кантик такой аккуратненький. Сейчас окошки вскроем, тоже посмотрим, что там. Что там? Что там может быть? Солнце там может быть. Самый лютый проявочный свет. Так, ну все, в общем-то, высыпал краска, грунт краска. Я это напылял, чтобы посмотреть под солнцем, какие дефекты есть. В общем, все хорошо. Сделал такую окантовочку. То бишь обои у нас подойдут, вот здесь будет, ну, 3 миллиметра, наверное, уголок. Чтобы
Ну, вот эти колхозные пластиковые мелки не клеить, вот это все. Вот такой вариант. Все нормально. Вот здесь есть небольшой муарчик. Ну и шагренька есть небольшая, она, но она есть. В общем, это китайское сопло. У китайского сопла получаются края острые на факеле. В общем, я потом это шлифану, сниму эту шагрень и уже на финиш FFLP-шным 208-м соплом пройдусь хорошей краской. Я там фотографии потом покидаю, как это смотрится в ленте. Ну, в общем, красиво получилось. Вот солнце сейчас в центре. Такой вид у нас. На улице жарко. Вот так вот это все выглядит. Террасная доска. Балкончик без застекления. Нафиг здесь не нужно это застекление. Ну, правда, уже в негодность приходит. Ну, ничего, мы шлифанем, обработаем доску заново, навес сделаем, и все, красота будет. Так что, ну все, всем пока.